Привет, ребята! В этом видео я покажу, как сделать из электросамоката вот такой электрический двухколесный картинг. Для этого мне потребовалось вот такое пластиковое кресло детское для того, чтобы детей перевозить в машине. Эти кресла бывают разные. Мне очень сильно повезло то, что это именно такого размера, куда помещаюсь я. Конечно, из этого детского кресла пришлось убрать обшивку и пенопластовые накладки внутри, так как это все мешало мне туда поместиться. После того, как я закрепил это кресло на самокат, у меня появились следующие проблемы. А именно руль. Он оказался слишком далеко, и мои руки до него уже не дотягивались. Поэтому мне пришлось развернуть руль вот таким образом, чтобы он был ближе ко мне. В таком случае пришлось отказаться от заднего тормоза и оставить только электрический в мотор-колесе. Также возникла проблема с разворотом этого руля, так как все, что находится на этом руле, может находиться только в одном единственном положении. То есть это нельзя никак развернуть в другую сторону или поставить другой стороной. И все, что можно было сделать, это открутить вот эти 4 винта и развернуть вот эту часть руля наоборот, после чего открутить вот эту переднюю часть, которая находится за фонариком, и сам руль перевернуть вверх ногами. Это все, что можно было сделать с этим рулем. Но тем не менее, он стал ближе, и ручка газа осталась с правой стороны. Но теперь она крутится вот таким образом. Тормозом, конечно, неудобно теперь пользоваться, но тем не менее он работает. Хотя я все еще торможу рекуперацией, то есть отпускаю газ, и самокат начинает сам замедляться. Вот так вот это выглядит снизу. Вот эти вот крепления, они уже были вместе с седлом, и они крепили снизу пластиковую платформу. Они были почти нужной ширины, и я только немного их разогнул, чтобы они натянулись на корпус самоката. Тут таких два крепления, и они в принципе надежно держат всю сидушку. Но так как они стоят близко друг к другу, то у сидушки получается еще большой рычаг с этой стороны и спинка вот с этой стороны. Для того, чтобы в этих местах не вырвалось крепление, я еще дополнительно перетянул вот таким вот ремнем с натяжителем. И теперь кресло стоит здесь как влитое. Также я это кресло пододвинул максимально назад к заднему колесу, для того, чтобы у меня спереди осталось место для ног. На этом сиденье еще сзади оказалась ручка, за которую удобно можно переносить этот самокат. Также, чтобы спина не потела, в этом сиденье есть вот такие дырки, кстати, за которые можно прикрепить сзади колоночку JBL. Ну и на тесте я как раз буду с двумя колоночками JBL. Сначала JBL Extreme 2, а потом колоночка Boombox. Ну а теперь мы поедем кататься по городу на этом электрокартинге. Ну, естественно, я возьму с собой музыку для этого. А после этого я покажу, как вернуть самокат в его исходное состояние. Ну что, ребят, погнали? Как бы разогнаться? О, поехали! Ребят, это просто охрененно кататься вот на таком. Чувствуешь себя как на маленьком картинге, только электрическом и двухколесном, на котором можно наклоняться. I keep on the answer.
somebody new. We'll be right back.
вот, ребят, вы сами все видели, какие эмоции получаются у людей, то, что они все обращают внимание на этот самокат, несмотря на то, что здесь каждый второй на таком самокате гоняет, но самокат вот с такой сидушкой они видят первый раз, и поэтому, естественно, я был в центре внимания. И это получилось действительно удобно, так как не надо стоять, и можно расслабиться и управлять даже одной рукой. Ну, я думаю, идею вы поняли и сможете тоже модифицировать свой самокат, исходя из подручных средств. Ну, а теперь я переделаю самокат в состояние, в котором он был с магазина. Ребят, готово, я полностью собрал самокат назад, как он и был с магазина. Осталось его теперь отмыть, чем я и буду сейчас заниматься. А вы тем временем ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, пишите кучу моих любимых комментариев. И до новых тестов. Пока.